энергостанциям мы собираем, сортируем бытовые отходы, а здесь, в общественной художественной мастерской, мы творим, исследуем и перерабатываем мусор в красоту. Мы очень хотим вдохновлять и прививать обществу культуру арт-ресайкла. Мы планируем здесь проводить мастер-классы. Вещи, созданные из разнообразных отработанных материалов, обладают уникальной геометрией и многообразной фактурой. Каждое новое произведение или предмет создается в моменте, без предварительного эскиза. Мы стремимся к большему, к созданию отдельной лаборатории-мастерской, где будем исследовать свойства и возможности применения всеразличных видов вторсырья. Эти окна, кстати, из бутылок. В швейной мастерской Гуслицы многие вещи делаются из старых вещей. Сейчас мы делаем на кухню фартуки из старых джинсов. У нас их очень-очень много. Мы устраиваем фри-маркеты. Люди привозят нам вещи, которые уже перестали им быть полезными. И мы из них делаем новые вещи. Вот этот жилет сделан из старых вещей. А также мы сотрудничаем с производствами одежды, забираем у них срезы кроя, которые они выбрасывают, и шьем одежду. Этот жилет сделан из таких обрезков. Из обрезков и ненужных вещей мы делаем яркие коврики, пуфики, подушки, сумочки изящные, браслеты, блокноты, карнавальные костюмы и маски, чехлы для музыкальных инструментов. И эта жилетка сделана из футболки. Мы готовы делиться своими знаниями и опытом в переработке текстильных отходов и приглашаем всех в нашу просторную швейную мастерскую. И, кстати, это тоже сшито из обрезков. Мы делаем пуфики из остатков от мебельного производства. Пуфики наполнены мытой чистой упаковкой, всякими фантиками и пакетами, которые обладают хорошей амортизацией. Здравствуйте, меня зовут Михаил Че, вы находитесь в лаборатории Чемоденс. Здесь я даю новую жизнь старым вещам. Перерабатываю никому не нужный в хлам крутые дизайнерские штуки. Устаревшая техника, старые чемоданы, детали электроприборов и даже матрасные пружины превращаются в профессиональные звуковые системы, сценические интерьерные светильники, дизайнерские украшения и многое другое. А это пример того, как из матрасных пружин создаются арт-объекты,
которые выставляются даже в государственных галереях. Инсталляция SoundSheet действующая. Все 29 динамиков подключены. И собраны они из старых саунд-систем.